Накануне состоялось торжественное закрытие Всероссийской олимпиады школьников. В интеллектуальных соревнованиях принимали участие более 200 школьников из 49 регионов России. Команду Краснодарского края представляли 6 знатоков словесности, в том числе ученица Сочинской 8-й гимназии. В список победителей, которых жюри назвало 19, кубанские школьники не попали, но были отмечены в нескольких номинациях олимпиады. Для Сочи и Краснодарского края это очень почетно быть столицей проведения Всероссийской олимпиады по русскому языку. Наверное, это самый главный предмет. А для сочинских учителей это очень большая возможность пообщаться в профессиональном сообществе высоких профессионалов. 3 члена жюри из 22 – это сочинцы. Школьники со всей страны находились в Сочи почти неделю. За это время они смогли принять участие в мастер-классах, прослушать лекции, принять участие в интерактивных играх и посмотреть город. Для них провели целый ряд экскурсий. Победители и призеры школьной олимпиады получат льготы при поступлении в любое высшее учебное заведение страны. Также из их числа сформируют национальную сборную на международные интеллектуальные состязания. Отмечу, что финальный этап Всероссийской олимпиады Сочи принимают уже во второй раз. 10 лет назад на курорте проходил заключительный тур олимпиады по экологии.